Всем привет! Лично мне нравится играть в соло-режимы в БС, когда все зависит только от тебя. Но иногда бывают моменты, когда все-таки надо полагаться на команду. Ну, например, в классе на уроке вам дали какой-нибудь групповой проект. Хотя это не совсем удачный пример, потому что там тоже можно все сделать одному. Но, в принципе, сегодня будет почти то же самое. Я в соло буду тащить за всю свою команду. Ну и заодно покажу вам 5 классных 5 на 5 мини-режимов. Начинаем. У нас первый режим, который называется... Стоп, я даже не знаю, как его назвать. Ну, пусть будет какой-нибудь Фрэнка Бол. А здесь нужно забить Фрэнка во вражеские ворота. Давайте сыграем. Так, мы идем налево. А здесь будем играть, значит, 4 на 4 по факту. И еще у нас будет один мяч, как бы это Фрэнк или шайба. И еще один судья. Кто у нас судья? Это Бул, да? Тогда ждем смайлика Була и тогда начинаем. Все по позициям. Ждем смайлика. Все, погнали, начинаем. Толкаем его к вражеским воротам. Так, аккуратно. Все, не бьем. Так, окей. Ждем, пока он отхилится. Так, надо вот кому-то вперед, наверное, вставать, чтобы продолжать его толкать. Так, да почему? Почему наша тьма так отстает? Что это? Толкаем. Хорошо, мы впереди. Так, а вот убили, ну ладно, бывает. Так, ждем. Нормально. Мы пока что побеждаем. Я буду так впереди стоять, наперед, так скажем. Да блин, кто ударяет раньше времени? Что за фигня? Так, толкаем, почти забили. Блин, почти забили. Все, сейчас надо забивать. Мы сможем. Так, толкаем. Да блин, давайте, почти же забили. Еще немного. Так, хорошо, я толкнул. Давайте, один удар. Да, изи, это победа. Зачем меня убили в конце? Блин, что за люди? Нарушают правила. С кем я играю просто, ребят? Ну, поставьте лайк. Ну, вот, вы сами видите, просто с какими-то хейтерами убивают меня в конце каждой катки. Но я просто не могу. Как сказал один великий мудрец, зачем делать новый мини-режим, если можно переделать старый? Ладно, шучу, на самом деле это я сказал. Точнее, только что придумал. В общем, сейчас у нас режим дрифт, но здесь мы будем играть 5 на 5. И мы будем бежать в разные стороны. Ну, сейчас посмотрите. Здесь мы бежим налево, но наши соперники направо. И наша задача пробежать 2 круга и прибежать целой командой к хилке. Первая команда, которая прибегает всем составом, та побеждает. Так, начинаем на счет 3. 1, 2, 3. Побежали. Блин, почему? Что за фигня? Я последний. Так, накидывайте лед. Так, давайте, все, дрифтуем. Дрифтуем, так. Окей, нормально. Блин, какая-то фигня там случилась в начале. Я почему-то сейчас последний. Так, нормально. Нормально. Мы тут пересекаемся со всеми. Фух, хорошо, что я не задел. Так, окей, скользим. Дрифтуем, точнее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, нет, я задел в стенку. Об стенку, потерял скорость. Ладно, вроде как мы наравне идем с Шидоу. Так, хорошо. Блуд накосячил, но я вроде нет. Так, накидывайте лед. Блин, почему льда нет? Что, кто вообще на Лу играет? Что за ноунеймы? Так, нормально. Вроде как я обхожу Шидоу, блин. Нет, что за фигня? Все, ГГ. Я слился. Я не знаю, что это было, у меня залагала игра. Персонаж решил врезаться в стену. Так, и первым прибегает Блуд. Ну, надо всей командой прийти. Так, Блуд, кстати, обогнал Шидоу. Так, и Айс Фокс, давай. И первый... Ну все, наша команда впереди. Наша команда первой прибегает, все. Хорошо, наша команда победила. Отлично. Опять. Ну а дальше у нас идет командная эстафета. Здесь нам нужно по очереди пройти эту карту на кольтах и передать эстафету нашему следующему участнику. Погнали. Так, встаем друг за другом, как договаривались. Я, кстати, побегу третий. И сейчас я кидаю смайлик, и они начинают. И... гоу. Все. Так, давайте я посмотрю. Я буду смотреть.
а я как бы наблюдатель. А, так, наш, значит, наш кто там? Везунчик, везунчик, давай, тащи. Я в тебя верю. А, нет. Я уже не верю в везунчика. Как везунчик слил? Я не понимаю, как везунчик проиграл кольту с таким большим отрывом. Жесть просто. Как так? Ну, везунчик, походу, только кубки апать умеет. Играть в режимы он вообще не умеет. Так, Симпа, по-моему, еще больше увеличил отрыв от Айс Фокса. Так, жду нашего Айс Фокса. Так, давай, Айс Фокс, давай. Все, я побежал. Так, надо догонять кого-то там, своего соперника. Так, догоняем. Ну, блин, где здесь можно вообще зафейлиться? Так, стоп, ай, я застрял. Так, а перчик позади, что? Что за фигня, я обошел перчика? Это как? Я что, во времени вперед отправился? Или просто перчик зафейлился? Что это, жесть? Так, кто там у нас бежит? Алиштоп, что ли? Стоп, а где он? Алиштоп накосячил! Он слился. Алиштоп умер в тумане. Ну что сказать, как обычно у нас все идет не по плану, да? Но это как бы да, как обычно, в общем. И в связи с тем, что у нас умер Алиштоп, получается, мы сливаем. Жаль. Все, ГГ. Кстати, Майнкрафтерша тоже улетела, что... Так, ну ладно, как обычно у нас все не по плану, но суть режима вы поняли. Давайте дальше. Далее у нас идет уже известный вам спидран, но с новыми правилами. Здесь у нас 5 человек убегает, но опять догоняют. И сколько человек убежит, столько баллов получает эта команда. Потом команды, соответственно, меняются. Кстати, погнали попробуем, мы так еще не играли. Ну сколько человек у нас убежит? Если там будет какая-то жесткая Биби, то скорее всего мы все сольемся. Так, начинаем на счет 3. 1, 2, 3. Побежали. Так. Блин, кто-то сразу улетает. Ну что за фигня? Зачем? Зачем вы подставляетесь? Так. Я подожду, не парьтесь. Я подожду своих. Так, ждем. И в последний момент. Блин, мы потеряли везунчика, черт. Мы потеряли везунчика. Так, давай, Айс Фокс, бежим. Кстати, Алиштоп тоже нас, просто у него нет Макс. Ему пришлось бежать на кольте. Блин, зачем Айс Фокс бежал за мной прямо? Он из-за этого подставился. Блин. Неужели я один тут бегу? Что это такое? Так. Блин, нельзя портить кольту. Нельзя руинить игру кольту. Я его подожду. Мы же команда. Так, давай, Алиштоп. И... Хорошо. Мы улетели. Так, давайте. Давай, Алиштоп. Мы с тобой должны сбежать вдвоем. Тогда 2 балла у нас будет. Так, бежим. Блин! Нет! Алиштопа сейчас догонит, черт! Блин, его догнали! Ладно, я еще могу убежать. Так. Надо бежать, блин. За мной там погоня, сразу несколько Биби гонится. Я один, блин. Это очень тяжело быть одному. Так. На мне просто судьба нашей тьмы. Так. Хорошо. Я вроде как нормально пробежал. Все, они не успевают. Фух, хорошо. Все, Крафтер Дэн, да? До свидания, неудачники. Да, хорошо. Я 1 балл приношу нашей команде. Хорошо, теперь мы должны поменяться. Ну все, сейчас будем догонять. Так, я опять даю старт. Мы все встаем. И начинаем на счет 3. 1, 2, 3. Побежали. Так, все, догоняем, давайте. Ой, кто-то улетел уже. Убивайте, кто там позади. Хорошо, Симпа вообще улетел в ловушку. Так, я почти догнал их. Да, отлично. Там какая-то Макс улетела вперед, не стала их ждать. Вот это да, это Майнкрафтерша. Майнкрафтерша, видимо, не знает, что такое командная игра. Ну, на самом деле, это просто мой тайный агент, который помогает нашей команде. Ну, как говорится, все куплено, да? Так. Сейчас я ее тоже догоню. Блин, как-то можно жвачкой, на самом деле, запустить. Но пока что нет подходящего момента. Блин, как-то я плохо прошел. Надо было ближе к ней приблизиться. Можно было бы. Если бы я хорошо бежал.
Так, ну все равно я сейчас ее догоню. Должен догнать. Так, так, так. А, идеальная жвачка, я знаю. Так, так, так. Отлично, отлично, я уже близко. Я уже близко, Майнкрафтерша. Так, все, я догнал. Сейчас самое главное не зафейлиться, но я не зафейлился. Так, кто-то еще есть впереди или нет? А, все, по-моему, да? Стоп, а где? Где последний? Кто еще с нами? А, все, мы втроем остались. Все, мы всех убили, лол. Мы победили в этом режиме. Ну а теперь просто режим креативности сотого левела. Простая битва 5 на 5 на броках. Ну, кстати, может тоже получиться что-то интересное. Мы, если что, справа, и получается, мы можем юзать гаджеты. Ну, напрыжок, напрыжок. Почему двое не улетели? Давайте, летите сюда. Так, и начинаем на счет 3. Раз, два, три. Так, погнали, погнали. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто-то умер. Я не понимаю, у нас или нет. Так, можно бегать просто около стенки. Ай-яй-яй, какая скорость. Я не понимаю вообще, куда летят мои снаряды. Самое главное, это просто выживать. Так, кого-то убили, еще хорошо, хорошо. Мы пока что вроде как держимся вместе. Так, отлично. Блин, я не понимаю, попадаю или нет. Вообще ничего не понятно. Я кого-то убил. Надеюсь, что это не наш. Вообще ничего не понятно, я не понимаю. Очень динамичный режим. Так, все, перелетаем. Давайте, добиваем, добиваем. Перелетайте там, кто может. Так, остался у нас один... А, все, мы победили, по идее. Так, убиваем везунчика, он теперь не с нами. Он нас предал. Убиваем везунчика. Так, давай, Блуд, гасим его, гасим. Так, где он? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, добиваем его, добиваем. Все, мы победили. Окей. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось это видео. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.